друзья, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Мы с вами начинаем новый влог. И по моему луку и по заднему фону можно понять, что мы на даче. Выходные у нас, какое-то там 20-е, по-моему, сегодня мая. Стас там разводит угли. Андрюшка играет у меня в песочнице. Покажу вам, что мы здесь сделали. Вот, посмотрите, у нас здесь уже взошел лук на двух грядках. А здесь мы сегодня с мамой посадили, значит, здесь руккола, укроп, еще один укроп, другой вид. Здесь петрушка, здесь салат, здесь свекла, значит, свекла какая-то цилиндрическая и свекла круглая обычная. И здесь вот это вот все, это горох. Андрюшка у меня очень просил горох, потому что мы на даче как-то кушали свежий горох, ему это, в общем, очень-очень понравилось. И сейчас покажу еще в домике шторы, которые я вам в предыдущем влоге показывала. Я их погладила, и вот сейчас покажу вам. Сейчас тут у нас стоит музыкальный центр, который, собственно, в окно поет. Вот, покажу вам, такие вот занавесочки у меня получились. Очень красивые. Сразу в домике так уютненько и хорошо. И на этой стороне тоже занавески. Вот так вот мы их чуть-чуть присборили. В общем, такая вот теперь у нас тут красота, красотишная. А еще, друзья, надеюсь, что мне сейчас не вырубят авторские права. Здесь у нас будет хозблок. Посмотрите, у меня муж сегодня занимался вот такими вот вещами. Он, значит, 4 на 2 сделал разметку, где у нас будет хозблок. И вот эти вот штучки, как сваи, он, в общем, тоже сделал, залил их цементом. Теперь ждем, когда все высохнет, и скоро здесь будет стоять хозблок. Обязательно вам покажу уже конечный результат, что получится. Я в него очень сильно верю, что у него все получится. Муж попросил, говорит, покажи лайфхак. Смотрите, помните, да, значит, гипотенуза, сумма квадратов катета равна теорема Пифагора. В общем, смотрите, если у нас по вот этой стороне 30 сантиметров, вот узелочком отмечено, по вот этой стороне, значит, 40 сантиметров, то гипотенуза должна быть обязательно равна 50 сантиметров, и тогда это точно угол 90 градусов. Вот такой вот лайфхак. Друзья, у нас утро следующего дня. Сейчас хочу налепить патчи. Не знаю, они у меня лежат уже очень-очень долго в холодильнике. Я, честно скажу, очень редко ими пользуюсь. Вот сейчас хочется. Почему-то, потому что кожа прям в экстренном таком сухом состоянии. Хочется их налепить патчи. Значит, налепляю под глаза. Ух, холодненькие. Второй. Я еще налепляю на лоб патчи и на носогубный треугольник. Таким вот образом. Налепила я патчи. Здесь создала имитацию маски. На самом деле, надо купить тканевых масок. А еще надо купить крем мне хороший для лица. Я все это никак не могу подобрать себе. Значит, какая у меня сегодня утром была ситуация? Утром была ситуация, в общем, помыла. Вечером мы приехали с дачи, я помыла голову. И с мокрой головой легла спать, потому что уже сил не было, очень устала. Проснулась, естественно, на голове просто какой-то бардак-кавардак. И я воспользовалась, знаете, чем? Вот таким вот облепиховым филлером от бренда Botavicus. И знаете, он... Этот филлер очень даже помог расчесать мои волосы. Вот на примере вот таких вот филлеров я могу вам привести, допустим, вот от Глискур. Я помню, раньше была такая пшикалка, не смывашка, которая прям делала такой, вот, знаете, лоснящийся, блестящий волос и придавала легкое расчесывание. Потом я помню, в одно время были такие тоже брызгалки от Чистой Линии. Мне, кстати, они тоже нравились очень. У них был такой приятный аромат, просто как водичка, такая легкая консистенция, и не утяжеляли волосы. И вот этот филлер, это примерно то же самое. То есть он выглаживает как бы волосы. Я достаточно много пшиков делаю на свои волосы, при том, что у меня очень жидкие волосы, у меня их мало очень волос жидкие. И никакого утяжеления нету, то есть нету вот, ну, как сказать, тяжести, жирности какой-то на волосах. Я сейчас, конечно, сделала хвост, уже распускать не буду, но вот эта штучка мне прям понравилась. Единственное, аромат, конечно, ну вот не каждый полюбит. То есть мы все-таки, знаете, такие уже избалованные и привыкли к... Что там происходит?
Певец у нас маленький просто живет рядом с нами. Мы уже избалованы и привыкли к каким-то парфюмированным отдушкам, да? И вот на такие вот вещи с натуральными компонентами, ингредиентами мы уже часто там, редко обращаем внимание. И нам кажется, что как будто бы запах какой-то, ну, в общем, не такой. Тут прям запах, знаете, такой вот пахнет прям лаймом. Или вы знаете, даже не лаймом, а лемонграссом. Есть такая трава лемонграсс. Вот, вот это вот что-то похожее на лемонграсс, на мой взгляд. Поэтому вот, с удовольствием пользуюсь этим филлером. Ну что, друзья, еще немного шок-контента. Посмотрите, что, какой у меня здесь грязный чайник заварочный. Вот видите, какая грязь здесь, вот, ну, на этом ободке. Сама вот эта вот внутренняя часть тоже вся грязная. Чайник внутри тоже просто жуть какой грязный. И все это я сейчас хочу почистить с помощью Pink Magic. Значит, что я буду делать? Внутри у нас есть мерная ложечка. Я в тарелку глубокую рассыпаю одну ложечку и половинку насыплю прямо в чайник. И половину насыплю прямо в чайничек. Даже еще чуть-чуть можно вот сюда. И остаточки вот сюда. И теперь... Вот сюда. Да, и теперь все это дело я буду заливать горячей-горячей водой. Значит, я сначала начну с чайника. Смотрите сразу же, какое шипение начинается. И добавка еще вот сюда. Так, теперь опускаю этот чайничек прямо в тарелку. И прям вот таким вот образом я добавлю кипятка. И в тарелочку также добавляю воду. Смотрите, прям на ходу, прям, знаете, вот так вот его опущу, чтобы там все хорошо работало. И также крышку опускаю в чайничек. Все, пускаю мне чайник сейчас активно, там 15 минут лежит и работают активные вещества. И посмотрим итоговый результат. Посмотрите, какая поднялась грязнючая-прегрязнючая пена. Вот это я прям такого даже не ожидала, если честно. Смотрите, какая грязная-грязная пена. Обалдеть, какой он грязный. Посмотрите, какие чистые детали. Я просто в шоке, если честно. Все просто идеально отмылось. Вы помните, какая здесь была большая-большая грязь? Какое черное было вот это вот сито? Все идеальное. Вот здесь вот единственное, что внутри, как бы капли от воды остались. Но смотрите, это не потому, что эта грязь не отмылась, а потому, что там под железячкой стеклянная вот эта вот форма, да, и, соответственно, поэтому вот эти вот капли, они оттуда появились. Но так все просто идеально чистое. Так что и с такими загрязнениями Pink Magic справляется просто на ура. Хочу показать вам, что я сейчас забрала только что с Фаберис. Первое, это вот такой вот спортивный костюм. Посмотрите, какой он. Трикотажный, такой, знаете, плотный-плотный трикотаж. Не на флисе, но трикотаж очень плотный. Вот такая вот, значит, кофта. Здесь мне очень нравится вот такой вот воротничок. Здесь у меня крутой перец. Андрюшка. В общем, рукавчик по длине тоже отличный. Здесь такой небольшой, как называется правильно, реглан. В общем, мне кажется, очень прикольная вещь. Можно носить как отдельно кофту, допустим, с джинсами, с какими-нибудь, так и отдельно можно носить брюки. Брюки, они, посмотрите, такие вот широкие. Мне кажется, сидят довольно-таки неплохо.
Ссылку на вот этот вот костюм вы найдете у меня в телеграм-канале. Обязательно переходите и подписывайтесь. Буду стараться его возрождать. И обязательно подписывайтесь. Буду делиться интересными разными вещами из своей жизни, что, собственно, у меня происходит. Покупками, вещами. И буду стараться наполнять телеграм-канал интересным контентом. Поэтому переходите. Ну что, пишите в комментариях, как вам костюм. По-моему, неплохо. Мне так очень нравится. Сейчас поближе покажу вам бренд на этикетке. И еще покажу две вещи. Он супер классный. Итак, покажу вам поближе бренд. ЕСО называется. Что здесь написано? Страна Кыргызстан. Бренд ЕСО Лаб. Состав 60% хлопок, 40% эластан. Размер у меня 48-50 XL XXL бежевый. Так что вот такой вот костюмчик, я осталась им очень довольна. Дальше, что заказала? Я себе заказала вот такой вот санскрин китайский Визе SPF 50. Бюджетная очень стоимость у него. Ссылку также найдете у меня в телеграм-канале. Покажу вам его, давайте вместе откроем. Вот, вот так вот он выглядит, Визе. Я его хочу его использовать для лица. Надеюсь, что тоже будет хорошо работать. Давайте откроем. Посмотрим, какой. Вот такой вот у него носик небольшой. Так что вот буду с удовольствием им пользоваться. Ну и последнее, самое-самое сладкое. Посмотрите, что это у меня здесь. Это парфюм Ричард «Белый шоколад». Это у меня сделал такой подарок мне мой муж. Он мне заказал на Wildberries вот такой вот парфюм. Я была в магазине, знаете, где продают отливанты от парфюмерии. И там я очень мне понравился вот этот аромат. Я ему сказала, говорю, если ты мне захочешь когда-нибудь сделать приятный сюрприз, то вот Ричард «Белый шоколад». В общем, он запомнил и заказал мне целых 100 мл. Но все-таки, насколько я понимаю, это не оригинальный аромат, это какая-то копия этого аромата. Ну, давайте откроем и попробуем его понюхать. Расскажу вам свои впечатления. Ну что, друзья, это очень-очень-очень-очень сильно похоже на оригинал. Очень красивый такой вот увесистый бутылек. Очень такой мелкодисперсный, хороший распылитель. В общем, я ароматом просто осталась в восторге. Мне кажется, я им буду обливаться просто во все времена года. И утром, и вечером. Ну, потому что это вот просто невероятно вкусный аромат. Для меня это прям пушка, честное слово вам скажу. Так что вот ссылку тоже на этот аромат. Стоил он 2700, насколько я понимаю. У мужа попрошу ссылку и размещу ее тоже в своем телеграм-канале. Поэтому вот, подписывайтесь и следите за новостями. Такой вот здесь состав, производство. Так что вот. Так вот будет теперь меня радовать новый аромат. У нас тут на районе установили батут. А вот мы пришли прыгать на батуте. Вдруг первый раз. Покоряют все горы, все вершины. Давай, скатывайся. Да, для красоты. Давай.